Необходимо принимать непопулярные решения. Наша партия осознанно пошла на это. Была принята пенсионная реформа, очень чувствительная тема. И на съезде вот эта обеспокоенность, конечно, звучала без паники, но очень ответственно партия должна внести коррективы в свою работу и поправить рейтинг, который несколько упал. Сейчас это в первую очередь касается регионов, где будут выборы. Надо сделать работу над ошибками, которые были в других регионах. И надо реальными конкретными делами поправить ситуацию. В нашем регионе выборы – это ответственный момент. Когда есть стабильность у власти, тогда можно решать вопросы. А когда выбирается много, мы понимаем демократические процессы, но много людей даже на уровне областной думы с других партий, то идут такие дискуссии, когда меньше времени остается на конкретные важные дела. Мы с вами наблюдаем сейчас, как в течение 10 дней, как упала цена на нефть, как поднимается курс доллара, как с Нового года будут новые вызовы, связанные с тем, что тарифы чуть-чуть увеличиваются на ЖКХ, увеличиваются ТБО, НДС и все прочее. К чему может привести? К тому, что не растут пенсии и зарплаты, и это может сказаться на настроениях людей. Это наша задача, это наши задачи, и наша реакция должна быть соответственной. Мы же предполагаем. Поэтому я согласен с тем, что сказал Сергей Васильевич, надо спокойно, ровно встречаясь с людьми, объяснять позицию, как нас призывает к этому руководство партии. И я уверен, что мы это сделаем. И что касается нашей темы развития сельских территорий, это очень важная политическая задача для всей страны. Селяне приходят на выборы, обеспечивают явку, и очень дружно голосуют и за президента, мы видим, и за нашу партию, и на Россию. Поэтому задача стоит такая, чтобы была государственная программа, новая государственная программа по развитию сельских территорий. Эта тема не только селян, это тема для всего нашего общества. И я думаю, все больше и больше все это мы понимаем и стараемся совместными усилиями этого добиваться.